Вот так Сургут в очередной раз присоединился ко всероссийской гонке «Лыжня России 2020». Любовь к этому зимнему виду спорта объединила профессионалов, любителей и начинающих лыжников. В 10-й юбилейный массовый забег вышли на старт около 2500 сургутян. Для более опытных подготовили дистанции в 3 и 5 километров. Как правило, сюда заявляются спортсмены, для которых эти соревнования не просто выход на трассу, а повод показать свой лучший результат. Мы видим, что такая тут острая борьба, как бы до самого финиша никто не хочет уступать, все хотят показать результат. Там, несмотря на такую довольно прохладную погоду, как бы видим интерес, как бы это, на гонке это всегда праздник, тем более, когда бегают дети, как бы это всегда очень как бы эмоционально, весело и зрелищно. Несмотря на то, что погода в день соревнований выдалась не совсем подходящей для лыжных стартов, участников это не остановило. Кто-то упорно готовился, кто-то копил силы, чтобы выложиться в день X. Финиш и многим бывалым спортсменам показался нелегким. Однако воля к победе над самим собой или соперником заставляла идти до конца. Живенько, но справляемся, терпим, как трасса. Нормально, жестко, но сегодня холодно очень, поэтому тяжело. Все окей. Что заставляет бежать сегодня? Позитивчик. Прошли с внучкой, настроение отличное. Погода хорошая, настроение отличное. Надо поучаствовать. Я не очень долго занимаюсь лыжней. Дедушка научил и бабушка. Я хочу первое место. Карантин, объявленный в городских школах, тоже не стал помехой для юных спортсменов. Дистанцию в 400 метров преодолели 280 воспитанников детских садов. Настрой у малышей был боевой. С эмоциями помогали справиться родители и тренеры, которые поддерживали их не только морально, но и физически. Узнать имена победителей массовой гонки, спортивных забегов и обладателей специальных призов можно будет на сайте администрации города. Юлия Плескачева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости.